Ну что, дорогие друзья, мы снова в прямом эфире на Cyber Arena TV. Замечательный летний вечер и не менее замечательные игры. Начнется все с интересного матча Escalade Mystic, прибалтийская про-серия. И смотрим начало пистолетного раунда. Mystic аркадит по центру, делает несколько минусов. И вот сейчас уже размен не в пользу некогда лучшей команды Латвии Escalade. Сейчас они поменяли состав и вот борются за это звание теперь уже новым составом. Фауст очень важный минус делает. Дуэ делает. Ого. Так, ну, к составам я чуть позже познакомлю. Все-таки Escalade берут раунд. Я не знаю, по-моему, 3 в 5 они взяли его. Фауст сделал минус 4. По составу Escalade, Фауст, Дуэ, Баджи, Дефицент, Плейбэк. Это новый состав команды Escalade. Он уже там несколько недель там держится. И команда Mystic из Эстонии, Апак, Турбз, Фоукс, Фортет. И вот этот ник я действительно не прочитаю. Это что, Арула? Арула. Орула. Ну, будем следить за Урулой. Mystic поджал. Поджали вдвоем Т-шку. Сейчас Escalade играют аккуратный дефолт. Дефицент контролит туннель. Дуэ уже вышел в мидл. Ну и вот что будет делать Escalade сейчас. Есть у них инфа, Дуэ сейчас на Б будет забираться, Escalade переместятся в Т-шку, а там как раз два парня их и будут ждать. Ну вот под флеш к ним вышли, они отворачиваются, минус нижний, минус верхний, все, тут конечно без проблем. 2-0 сейчас будет в пользу команды из Латвии. Вот сразу несколько сообщений вам делаю. Сначала хочу сказать, что комментируем мы матчи на сайте Cyber Arena TV в правом блоке, как раз такие в модуле матчей, где конкретно по каждому матчу можно оставлять свои сообщения, и в принципе делать это легко, нужно быть зарегистрированным пользователем Cyber Arena TV. Также есть у нас канал в ИРЦ, не забывайте про него, Cyber Arena TV на QuakeNet, там вы можете договориться про все матчи, но естественно вообще там все идет обсуждение просто лайв вот во время наших трансляций. Вот в скором времени наконец-то у меня появится, я думаю, себе как-то заделаю второй рядышком ком, чтобы еще там отписываться со всеми и прообщаться во время матчей. Так, ну об этом попозже. Нет, тут еще один эко. Я думаю, ничего не смогут сделать Mystic и на этот раз. Ну вот, кстати, Mystic, они одни из лидеров прибалтийской про-серии. Они вот сейчас действительно будут защищать как бы свой статус лидера в топ-2 Прибалтики сейчас защищать. Напоминаю, что лидер в Эстонии пока что команда Sung. У них 5 матчей, 5 побед. Но вот остальных чуть похуже. У остальных чуть похуже. У Mystic есть 4 победы, 1 поражение. Посмотрите, сделали серию минусов. Турбс на длине воюет, подбирает Галил и уходит. О, вдвоем Escalade. Вот только я начал сказал, что не будет выигранного эко, как бац. Это я похлопал. Бац, и Escalade могут проиграть сейчас. Ну, давайте на это смотреть. Вот там Турбс на спуске. Если он сейчас поставит со спуска хотя бы одному, то уже будет круто. Не поставит. Убежал. Плант, по-моему, слишком рано для планта. Ну, все-таки поставил. Но энеми уже очень близко. Арула сейчас. Ну, с двумя хп тут многое не светит. Это подсад. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая ситуация. Нет. Все-таки двух хпшного не подсадить. Уже. Ой, Парыч. Просто куча мяса летит во все стороны. Апак. Нет, дефицент не дает взять этот раунд. 3-0, очень важно для Escalade было сейчас не проиграть эко. Ну, по-любому у нас сейчас раунд на девайсах и Mystic закуплены под завязку. Кстати, на этих выходных нас ожидает несколько трансляций. В субботу, да, если я не ошибаюсь, у нас Арбалет Кап весь день. Мы смотрим, комментируем, общаемся с командами. А в воскресенье у нас финал Семипро Лиги Украинской. И, в принципе, уже воскресенье, все это пройдет на лане в Донецке. И, в принципе, в воскресенье мы можем общаться с игроками и узнаем две новые команды украинской про-серии. Потому что победители получат статус, ну, кроме денежного приза, получат статус про и уже будут играть с осени в 5-м сезоне про-серии в Украине. Ну и плюс 3-4 место, они смогут сыграть стыковые матчи, сыграть матчи против 10 и 9 места украинской про-серии, и также побороться, и может быть смогут кого-то выбить из про вниз. Посмотрим. Ну и плюс на следующей неделе, на следующих выходных у нас геймган. Так, Escalade, выходит Парыч, Дуэ с АВП пробивает. Ну и тут, наверное, гуся проверить, кто от флеша ли. Ой-ой-ой-ой-ой.
А почему не вышел под флеш, я не знаю. Фортед. Ой, как печально сейчас. Для Мистик все, эскалейты просто на дасте. Пока что великолепно начинают игру. Занимают аплан с одной потери. И сейчас 4 в 3 разыгрывают раунд. Ну, как бы тут Дуи контролит длину. Минус Арула. И вот сейчас уже Апек. Давит, давит спуск. Нет, Дуи в этом раунде лучше всех. Ну, я не знаю, почему. Вот Эпок идет давить точку, а Фаукс он сейвит просто на Б-планте. Тоже непонятные вот эти вот несинхронные действия команды. Вы команда, вы должны играть до конца. Это я говорю не сейчас конкретно Мистик, а абсолютно всем игрокам. Потому что вот сколько я не смотрю матчи, а смотрю я, поверьте, их очень много. Очень много матчей каждый день. И, вот со стороны все эти ошибки и все, весь этот киберспорт, он очень... легко просматривается. И видно, как многие люди, 90% игроков вот, относятся к Counter-Strike как не к командной игре, а к какой-то беготне. Ну, тут нужно, конечно, быть собраннее и более профессиональнее, раз уж вы играете в про-серии. Так, у Мистик Эко. Эко с диглами, 3 на парочке, эскалейт и подсадку как раз сейчас на пару сделать. Ну, давайте посмотрим за Дуя, его с АВП подсадили. Ну, тихо. Так, ну парочку просмотрел, законтролил, все хорошо. Там вот кто-то, если сейчас захочет посмотреть, что здесь происходит, то сразу нарвется на Дуи. Ой, Дуи как-то на ходу только что стрелял. А, его тоже с подсадки стреляют. Дуи, что же ты делаешь? 50 хп. Подсадка в ответ. Плейбэк минус Глока. Минус от Дуи с ВП. Вот Арула все-таки высунулся на парочку. Дуи дождался своего момента. Эпок с ВП смотрит Б. Нет. Все, эскалейт пробили парочку. И сейчас один последний игрок у Мистик остается. Это 5-0 в пользу атаки. Для Даста вещь нормальная, но тут, скорее всего тут Мистикам нужно совершать переломный момент, брать там раундов 5 в защите, ну может быть меньше, не знаю, ну и потом, естественно, выигрывать всю атаку. Это делается непросто и очень все-таки это сложновато, лучше с самого начала вот обеспечить победу, вот к чему сейчас идут эскалейты. Если в том же духе продолжат, если возьмут очень так раундов 12, тогда все будет шикарно, я думаю, они справятся в защите уж по-любому, там... Не дожать нереально. Ну вот в Т-шке последний игрок. Как-то не спешат эскалейты загонять. Не знаю почему. Вот еще из сегодняшних матчей скажу вам, что очень интересное противостояние Питер против Virtus.pro на нюке у нас ожидает. Ну, будет у Virtus.pro еще один матч, но вот Питер ВП, он действительно интересен. Хочется ж посмотреть, на что готовы команды, которые участвуют в матче с... Не матче, а в турнире Arbalet Cup. Кстати, вот вчера в матче Virtus.pro DTS, ну просто страшные вещи происходили у меня в эфире. Не зря 13 число, наверное, вчера было, когда у меня обрубилось просто несколько компьютеров и просто наломалась трансляция. Под конец, но многие, кто смотрел вчера, наверное, видели, что происходило, как у меня вот второй раз уже потух там третий компьютер. Это было просто нечто. Ну, я думаю, что... Я уверен, что сегодня это будет все хорошо, сегодня у нас все будет работать, и сегодня никаких задержек и никаких проблем не будет. Жалко, что матч вот DTS Force перенесен по просьбе форзов, поэтому его сегодня не будет. И, правда, не знаю точной даты, на когда, но он будет попозже. Но я уже ожидал яркой борьбы. Ну, в любом-то случае, наверное, мы это все увидим на Arbalet Cup. На послезавтра, кстати, матч перенесен. Да, на послезавтра. Будем смотреть послезавтра. Эскалейт выходит Б. Все Б через туннель там нашумели в центре. А здесь Фоукс, АВП, Бандечо. Вот он, Бандечо. Нет, все-таки пробили эскалейты. 2 на 2. Флэш через верх. Дефицент контролит ворота. Поставлен плант. Все, и убивается еще раз от дефицента минус. Так, ну давайте посмотрим, что же тут придумают сейчас эскалейты. Аккуратно, очень аккуратно играют. Мне нравится вот, смотреть половину матчей с карты. Вот,
По крайней мере, в начале раунда уж точно интересное передвижение, что делают игроки. Вот как тут проходят перестрелки. А, не попадает, обидно, Дую не попадает. Сейчас мог сделать минус, но, увы, не пошло. Так, что же дальше у Escalade? На парыч готовится. Парыч плюс длина, перестраиваются потихоньку. Очень много шумят, правда, постреливают. Но как бы шумят из мидла, и это такое довольно... Длина, 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 выбили длину, минус Турбс, и все, и выходят. Ну что ж, там Арула есть на картинке, вот он принимает. Ну, ой, как, зачем? Все, ну вот и не стрельнул, и флеш не кинул. Хоть убежал. Все, там уже Дуэ в яме с ВП, то есть там соваться тоже не стоит. Вот он, видите, хоть и 9 хп, но в руках у него очень серьезная пушка. Просто вот только кто-то глаз свой сюда покажет, и видите, уже второй зум, все, начинает целиться. Нет, флешку отрезает, просто отрезает парням выход пары сейчас... помогает своим тиммейтам. Главное, чтобы он их не ослепил. Ой, рано как кинул флешки. Уже там все, у всех слепь прошла. Посмотрите, видите, все принимают парыч. Ну вот, раскидал. Здесь Фортет и Арула принимают парапет. Хедшот получает. Есть дефицент. Выходит снова, пробивает. Сам 7 хп и 9 у игроков Escalade. Куда же ты пришел, Дуя? В яму, назад в яму. Промахнулся и текать, текать в яму и вообще не выходи. Фоукса сотка, он сейчас может обоих. Вот минус один. Ой, как повезло. Ой, как повезло. Вот по идее, дефицент должен был первый улетать. 7-0. 7-0, очень приятно. Для Escalade и фанатов этой команды, что вот, наконец-то, хоть какой-то результат. Правда, это только начало игры. Боюсь сглазить, что еще не все ясно будет тут до конца. Так, мистик 3 длина. Мистик 3 длина. Что же тут делают? Гранаты, это эко. Есть дигл. Один баджи принимает туннели. В туннеле хороший хедшот от эпока. Еще прострелы. Интересно, кого-нибудь на... попадал там. Вроде бы попадал. С дигла слепой эпок, но занял позицию. Вот он выход на Б. Смотрим, может быть, еще поставит парочку хедшотов. Хорош. Прямо в очки поставит. И второму молочага перезаряжается. Ну, минус 3. Вот это момент. Давай четвертому еще. Ой, оставил мало по-любому. 52 у баджи. Тут нужно... просто вместе. Найс пишет дефицент, и они проигрывают эхо. Какой найс? Какой найс? Спасибо. Первый человек, который выходил, мог бы такой найс эпоку поставить. И вообще не допускать вот такой ситуации на эко. Ну, найс. Ну, конечно, стоит его отметить. Эпок красавчик поставил. Сыграл по ситуации именно так, как нужно было. Ну, а вот почему Escalade не попадали, это... Ладно, первый, ему поставили сразу в очки. Но во второго пошло 6 пуль, убили 7, пошла перезарядка. Вот тут, конечно, точнее 5, 5. С первой вылетел, 6 осталось. Непонятно. Ну, точнее, все понятно. Ну, довольно так смешно. Все-таки взят этот эко был. Вот выходит Escalade на Б. Вся игра в Counter-Strike основана на ошибках, вот. Вот как, чем меньше вы их допускаете, вот такого беспредела, как только что было в Escalade на Б. Вообще это было привычного для команды в последнее время вот так ошибаться. Но вот вроде бы сейчас играют очень сконцентрированно и собрано. Это радует, конечно же. Но вот Мистик, которые стартовали неплохо, сейчас же на Дасте что-то у них не идет в матче против Escalade. Ну что, выбивает Б-плант, Арула. Ну смотрите, как Нук стоит, как опасно. Ну да, дали флешки, выходит, минус на платформе, хорошо. Как важно было снять АВП в тупике, инфа есть. А Турбс должен сейчас убивать тупик. Все, да, все, минус все, спокойно, нужно дефьюзить. И второй раунд за Мистик. Ну вот, может быть, это оно, может быть, с этого момента и пойдет это уничтожение Escalade'ов и какой-то камбэк. Но посмотрим. У Escalade'ов вот денег там еще надолго хватит, и у них, ну, как бы все довольно неплохо по деньгам. Даже вот, что проиграли последние два раунда, это, конечно же, особо их, наверное, не волнует. Так, дефицент, туннель один. Тут стандартный расклад, очень аккуратно. Мистик играют 2 длина, 1 на гусе. Вот такая интересная у них расположение игроков. Подсаженного оставили Арулу. Турбс возвращается принимать парыч издалека. Очень важно, тут при таком расположении игроков, тут, конечно, важно, чтобы вот этот игрок подсаженный, ну, как минимум, минус делал, минус, а лучше минус 2, если там будет выходить 2. Но чтобы он не умирал, потому что он тут зацепочка. Ну, естественно, вот этим парням на спуске, вот тут бы, конечно, бы поставить бы АВП, потому что вот парень на гусе, он просто с флешкой отмораживается, все понятно, он ее навесом кидает. Ну, тут по-разному можно, навесом выкатывать, выходить, за спину пробовать, вперед, то есть тут... как угодно можно это делать. А вот, вот что же сказать по поводу атаки.
Конечно, атака-то тоже будет раскидывать. Знаем мы те же выходы от команды ДТС, да и от любой топовой сейчас команды. Они выходят парочь великолепно. Дымы, флешки, и там, наверное, никто ничего не может сделать. Так, спокойно, спокойно смотрим. Эскалейт. Мистики стоят, не двигаются. Вот он выход парочь. Давайте за приемом посмотрим. Очень уж интересно, как будет принимать. Вот тут важен тоже Турбс, очень важен, потому что он один кольт. Ему нельзя умирать, знает АВП. Вот отфлешивается, вот она флешка пошла с гуся. Не надо было палиться. Хотя, ну выходи уже, хелпуй своему парню. Хорошо, хорошо, отфлешили. Вот тут уже ошибка эскалейт, потому что мало-мало флешек пошло. Они вышли и сами как бы остались слепые. С гуся не шла моменталка, она шла навесиком. Ну вот, кидать сверх, сверху падает. Но тут такое непонятно. Приняли, приняли. Это, конечно, с опытом все воспринимается. И со временем, когда вот команда, игроки привыкают друг к другу, у них хорошо расписанные раунды, они знают, как отфлешиваться, откуда будет лететь флешки, что ожидать. Ну, плюс еще, конечно, личный скилл тоже многое решает. Все, и у скалейт нет денег. Вот это да. Вот он и переломный момент, да? Вот давайте как-нибудь отметим этот момент. Счет был 7-0, потом началось все с проигранного эко-раунда соперников для Escalade. После этого еще две оружейки проигрывают. Потом уже пошел свой эко. И, ну что, неужели эко смогут взять? 2 в 3 девайсы подобрали хоть. Есть АВП, у Баджи мало ХП. Ой, ну, и что? Баджи принимает. Ой-ой-ой, попал. Попал, но фортед в. Красавчик. Потащил. Четвертый раунд за командой Мистика. Это все подряд у нас идет, посмотрите. Ну вот, это провал на самом-то деле. Для латвийской команды нельзя, нельзя было так, играя, вот так вот все просто отдать и отпустить. Просто на... Ну даже... Я не хочу это комментировать, не хочу ничего плохого говорить. Баджи сам на длину пойдет, сейчас там и погибнет, видимо. Получил гранату, 30 хп, ну хоть ушел, хоть ушел. А вот тиммейт ждет его тут. А, теперь тиммейт пойдет. С ВП, да, в дым постреляет, это дуэ. Не знаю, парыч прошли, ну мало, вот сейчас неплохо, очень быстро отреагировали наконец-то. Вот здесь Турбс не успеет отфлешиться. Поднялся, жмет, флеш слепой, нет, тут уже слишком уж хаотично он попытался, рискнул. И тут за это наказали, ну... Ой, ой, непонятно, вообще непонятный раунд, что делали сейчас. Вот Мистик, Арула минусует, Баджи, там уже снизу игрок вышел, вот он, Эпок с дигла. Нет, это скальта, перезарядка, Фауст. Уже... Что, что происходит, где же этот Арула? Вот он, с длины, нет, тут принимают, принимают. Эскалейт, это мясной какой-то раунд довольно пошел, быстро вышли Эскалейт Парыч. Вот только чуть быстрее начинают играть латвийская команда, и все, вот у Мистик... У команды из Эстонии начинаются проблемы. Вот просто темп. Темп нужно эскалейтом держать. И все будет вообще просто в шоколаде. Справа двое, смотрите, в тэшке. Я не знаю, кто контролил, была ли инфа. Вот дефицент смотрит, но там два соперника сейчас в туннеле. По-моему, их зажимают. Сейчас Баджи зажму, там уже... Баджи минус. Ой, пропрыгнула ХЛТВ. Как не вовремя. У нас равный размен. Или неравный? Нет, уже неравный. Все, остается в большинстве. По-моему, снова быстренько вышли на Б. Арула последний. Минус в тэшке. Один против двоих. Дефицент и дуэ за воротами. Ну, что такое? Целуют стенки. Да. 9-4. Могу вам сказать следующее. Вторая половина будет довольно веселая. Ай-яй-яй, что происходит? Все нормально. Так, Арула раскидал флешки, зашел. И снова слоу, Баджи на длину, Баджи на длину. А, здесь эко, ну тут тогда не страшно. Тогда не страшно, ну. Оп, первый пошел. Так, теперь на парочку засада. Ну что, искала эту длину, будет пробивать. Второй на длину, третий, четвертый... третий на длину пошел. Баджи еще там минусует. Нет, этот эко не возьмут. Парни из Мистик. Ну, хоть 4. 4, вот честно, может хватить. Может хватить, если у Мистик получится взять пистолетку. И вот где-то 5-0 повести за атаку. Тогда
Они могут почувствовать свою силу и вообще, что все нормально. Плант на длину. Раскидали флешки. Все гранаты выкинули, когда enemy играет с USP, ну, как бы... Что-то кипишуют лишний раз эскалейты. Но есть один коль, да, вот, наверное, поэтому... Волнуются. Лучше бы на эко так волновались, когда по голове получали на бейс дигла. Ну... Что? Поймает кого-нибудь? Ого. Нет. Без размена в конце раунда. 10-4. Последний раунд первой половины. Вот давайте по счету, по фрагам. У Баджи 18-10 стата, у плейбека 13-11, дуэ 12-8, 12-8 фауст, 9-6 дефицент. Мистик, эпок 13-12, форта 12-10, 12-11 арула, турбс 10-10. И вот фаукс у него пока что-то не идет, 5-12. Ну, бывает. Снова тот же дефолт у Escalade. Три центра, один длина, один туннель. Он не меняется. Мистик повторяет свой раунд с подсадкой. Сейчас Турпс вернется. Но вот в прошлый раз этот раунд получился. И Турпс, и Форт, это они неплохо сыграли, там отфлешили. Вот теперь интересно, по инфе сыграют ли Escalade? Почувствуют, что это вот та же самая ситуация, и что нужно что-либо поменять. Вот сейчас дефицент будет пробивать Б. Там за иксом стоит Фоукс. Да, вот он. И его как бы накаляет дефицент, эпок рядом. Все, центр выход пошел, центр никто не смотрит. Вышли из Escalade middle, там Турс джампера принимает. Давайте, наверное, смотреть. Вот он, эпок, Дуи отвечает. Еще в центр, Дуи уходит, один заходит. Что происходит, парни, что вы делаете? Решитесь. О, вот теперь что-то вместе. Пошли, дефицент умер, неужели в центре? Нет, на Б от Фоукса. И дальше давить за иксом. Да что же это такое, парни, калаши, ну уничтожьте, есть, все, АВП должен сейчас снимать за воротами, попытаться минуснуть в респе, такая ситуация, что можно попробовать рискнуть, и есть план, Дуэ на платформу будет смотреть окно, туннель, плейбэк за иксом и Баджи в планте, ну и вот теперь заходит, ой, Баджи своего убивает, ой, умирает от Турпса, Дуэ с 9 хп, один остается уже в планте, не попадает, и Турп всех убивает. ГГ, это 10-5, и вот как-то я говорил в начале этого матча, что 5 раундов может оказаться очень плохим результатом для Escalade, ну 5 раундов я имею в виду от Mystic. И вот эти 5 раундов и произошли. 10-5, такой жесткий счет. Даже особо сказать-то нечего по этому поводу. Тут все в руках, конечно же, самих игроков и самих команд, но, ну, не знаю, мистикам с одной стороны просто, они в атаке, им тут чуть-чуть взять. Ну и с другой стороны, Escalade могут взять пистолетку, там побороться, первую оружейку, а там как бы чуть-чуть-то и додавить. Но зачастую у нас то, что мы думаем, не происходит. И разные ситуации бывают. Вот сейчас тут все от пестиков зависит. Один туннель, подсадка на длине, аккуратно по инфе собираются играть мистик, Escalade, трое в респе, двое из них подсажены, по-моему, давайте на это посмотрим. Один снизу, один подсаженный смотрит длину на пробегание, двое принимают центр и плейбэк на Б. Ну весь, понимаете, на Б плюс С, вот против этого раунда вся защита. Вот как потом, интересно, самое главное, что у команды расписано потом, а не в начале. Вот если будет выход А, как мы будем выбивать? Вот это самое главное, и мы давайте посмотрим... Что же у Escalade там приготовлено? Вот тут трое длину даже смотрят. Вот смотрите, все, подсадка, не попадают. Три человека смотрят длину, четыре сейчас смотрят длину. Пробежали, отфлешили, никто не стреляет. Что же такое? Вот беда. Теперь как выбивают, смотрите. Дуи пошел в центр вместе с дефицентом. Вот их сейчас там и пощимят. Третий пошел в центре. Здесь, о, парни, вы попали, по-моему, в историю. Нет, 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 отстрелялись. Отстрелялись Escalade, молодчаги. Так, дальше двое с РСВА, двое с Парыча. Сервер найс, конечно. Почему что не писал, когда с хедшота ставил? С дигла, точнее, хедшоты ставил. Перед игрой надо о таких вещах договариваться, а не по ходу. Если что-то кого-то не устраивает. Да, расписан раунд был у Escalade, но очень поздно. Уже можно даже не дефьюзить, ты взрываешься, друг. Ой, как полетел. Все. 1-0 в пользу Мистик. Вот теперь начинается ответ от эстонцев.
10-6 общий счет в матче. Сейчас 2 ЭКО Escalade, потом оружейка. Если Escalade проигрывают, то это 5-0. Как бы все по стандартному сценарию. И этот счет 10-10, и там начнется самое интересное. Вот. Нельзя прокрутить вперед игру, чтобы не смотреть эти ЭКО. Аккуратненько, аккуратненько. Мистик, там трое на длине Escalade. Ну, давайте посмотрим. Пошли, пошли, поставили. Долго ты сидел там, Арула. Не знаю, на что рассчитывал. Ну вот одного минус 100, и второй сейчас попадет. Выходи, друг, выходи. Вот если тиммейт выйдет сейчас, то он просто убивает. Да, видите, дуо вышел, убил. Я... И плант выбили. Боже мой, Фауст еще минусует. Ого. Это не поддается никаким комментариям и вообще никаким... Вот настолько... Ой, настолько глупо вот только что отдали раунд. Не то, что кто-то процарил, а просто вот очень интересно держали длину, с которой-то и все началось. Все, пожалуйста, берут раунд Escalade 1-1. 11-6. Я уже думал, что все, что уже никаких выигранных эко не будет. Ну, такого не может же быть, что... Вот именно вот так вот он будет браться. Там не какой-то мега-фантастической стрельбой, там тремя хедшотами через стенку, а флешоном через дым. С последней пули. Одной причем. А вот просто вот перестрелками на длине, когда человек с галилом не может принять парней с USP, которые не ставят ему хедшот с первой, там, из первых 10 пуль, а просто зажимают с него все патроны с USP. Тут просто обидно сейчас за мистик. Хотя за скалой тоже было обидно, когда им ставили на Б. Вот не люблю я такие раунды. Вот если выигран эко, он должен быть выигран за какой-то, за счет какой-то задумки, какой-то либо супер-мега стрельбы, но что-то интересное должно показывать команда. А не вот так, когда просто вот расхлябанная игра, расслабленная, и тут... Ну, главное, что план поставили сейчас мистик. Дальше они сыграют с оружиями, но для Escalade сейчас каждый раунд важен, неважно ли эко, не эко. Тут теперь им нужно брать 6. Им нужно брать 6, а это может быть очень трудно и нереально. А, кстати, хотел сказать, что поставили мы на регистрацию вот на King of the Hill от портала Good Game, от стила серии, да, если не ошибаюсь, Король Горы проходит. Вот поставили мы на регистрацию, на заявку команду CSC Arena. Так что, если вам не трудно, проголосуйте. Подробная информация в блоге Максима на сайте Cyber Arena TV. Так, ну а теперь смотрим продолжение этого матча. Как играть будет Escalade. Сейчас мистик в центр, там Фоус будет принимать. Нужно смотреть центр. Вот она рула, жмут, респаун в дым. Ой, парни, минуснули Фауста, минуснули. А дальше нужно бы как отсюда уйти, потому что... все, конечно, все понимаю, но... Жмут, жмут плейбека, зажали на Б. Так, выход прошел. Дуэс респаун смог отметиться минусом с АВП. Баджи с парчи, ну и 3 на 3. Тут нужно выбивать, тут дует. Ой-ой-ой, флешка. Фокс минус Баджи. Где же это? Где-то в центре произошло. Нет, наверное, уже не возьмут сейчас раунд Escalade. Фокс последней пули убивает хедшотом дефицента. Дуэ хотел засейвить АВП, но вот судя по ситуации, у него бы это вряд ли получилось. Там из окна, из ворот выходили на него сразу же. Так, 2-2, 12-7. 12-7, и теперь вообще непонятно, что будет происходить. Сейчас взяли оружейку Мистик, ну а у Escalade что? Наверное, наверное эко. Да, есть эко, вижу я Desert Eagle в руках и подсадку в центре. Вот тут хорошо можно принимать пару голов-то сразу можно стесни. Нет, Мистик в туннель, Мистик в туннель. И длина очень аккуратно. Подсадку, наверное, просто снесут сейчас из центра. Правда, нижний должен вниз смотреть. Так. А, тут еще девайсы есть. У Мистик, не забываем. Минус это Арулы, раскидывают центр. А тут двойная подсадка стоит. Тут стоит двойная подсадка, которая даже не шелохнулась. И вот он парочную... Ай, не попал, дефицент. Ладно, давайте дальше. Второму не попал, пробежал. Ну что же такое, не получилось. И вот он и третьего их прошил с калаша там парень. Нет, тут уже все, тут уже все.
Мистик выходит на А плант, эскалейт на Б, плейбэк в РСПе. Бомба ставится. Давайте на Б посмотрим, что. Ух! Понятно, что происходит на Б. Без шансов мистики выигрывают этот раунд. И выигрывают для себя восьмой. 12-8. Вот сейчас у Escalade что будет? Девайс, либо еще один эко? Девайс. Отлично. Фауст, плейбэк Б. Подсадка на парыч и баджи с дефицентом, по-моему, собираются выйти. Нет, подсадку они решили сделать сейчас. Там дефолт у мистик, и за зеленым можно проверять уже. Ай, хорошо, поймал. Ну и второго нужно было. Как не убил? Батыла. Эх. Ну, зато мало хп оставил, в принципе, нормально. Но могли получше, так хорошо-то все сделали с самого начала, подсадили. Поймал на подсадке, которая, кстати, вот не смотрела парыч, тоже довольно смешно. Вот там единственная угроза, в принципе, самое главное, что бывает в начале любого раунда от защиты на Dust 2, это выход с парапета, там либо АВП там подсаживают, либо под флешки плюс центр выходит. Но почему-то там настолько заняты были мистик своей подсадкой, что... Никто даже и не смотрел. Кто в пол смотрел, кто куда. В общем, ну, никуда нужно. Так, задуя смотрим. Вот если он сейчас выбит плант на длине. Да, хорошо. Прищелкнул. Баджи прищелкнул. Минус в РСПе. Ну, а дуя он сейчас не пустит к планту. По крайней мере, с длины точно никого. Тут только если кто-нибудь выйдет и поставит ему моментально в очки хедшот. Только так. Все, берут раунд Escalade. Страшная какая-то у нас вторая половина пошла. Качельная такая. 13... 8. Эскалейтом нужно взять еще 3. Но это будет... Вот если в таком ритме, то очень сложно. То очень сложно. Там... Правда, не знаю, что в руках сейчас команда Мистик. Если девайсы... Плант не... Есть девайсы. Что все бежали с флешками. В итоге нарвалась половина на прострел. Фауст уже минуснул Турпса. И пошел аркада Б. Здесь плейбэк. Размен равный. 3 на 3 ситуация. Трое выходят на точку Б. Дуя перед воротами. Давайте за Дуя посмотрим. Может быть... Стрельнул, зашел и стрельнул. Молодчина, молодчина. Этот парень с АВП, кстати, ну, стоит вашего внимания. И очень часто показывает хорошую игру. Попал только что. Вот она, граната от ворот, минус. Нет, 7 хп осталось. Чуть не докинул чуточку. Прострелить, все, прострелил, хорошо. Дуем молочага. Вот теперь Фауст на Б. Фоукс Бандечо. В дыму спрятался. Первого наказал, второго вряд ли. Хотя, 35 хп. Тянет время, самое главное. Все. Не успел. Не успел, Дуи. Нужно было сразу сжать, давить и убивать. Полетай. Пока что. Да, качели. Вот снова у Мистик сейчас есть деньги. Они, если бы проиграли вот этот раунд, если бы Дуи вдвоем вместе... С кем же он там был? С дефицентом по-человечески разыграли предыдущий раунд и безошибочно выбили парня в планте вдвоем против одного. Там не важно, сколько хп, вы вдвоем против одного, вы должны брать раунд. И если бы они взяли, это был бы четвертый для Escalade. И, по идее, раунд для Мистик даже в случае, по-моему, поставленного планта. И понимаете сами, что это уже было 15 и уже ничья. То есть там другая ситуация на карте складывается. Сейчас команда из Латвии играет эко-раунд. Играет его не лучшим образом, они уже просто, ну, уже проиграли этот раунд. Они просто будут сейчас выбивать девайсы вот с РСПа. Втроем засели на нижнем РСПе, но, в принципе, на этом раунд себя исчерпал. Это пятый раунд за Мистик, десятый раунд для них в общем. Ну, и как бы счет уже 13-10. Тут чуть-чуть и могут дотянуть до ничьи, а могут вообще еще выиграть эту игру. Вполне это реально. И, конечно, как бы очень обидно для команды Escalade. Да, вот сейчас ножом, да. Фу, еще и поставил. Забрал калаш? Плейбэк. Я вот не понял. Не забрал. Не может быть. Об, не забрал калаш. Я думал, что он наступил, забрал девайс себе. Просто отлично бы сыграл. А сейчас я вижу, что он с Фамосом. Может быть, кому-то отдал? АВП, Дуя вышел с парочек через подсадку. Форт это он контролит, но тут нижняя Т-шка уже как бы подтягивается. И как парни, где же парни? Вот они. Они должны уже видеть его голову. Ну вот только привстанет сейчас, сразу же получит. Не видят, не знают. Закидали гранатами, прогнали.
Ну, максимум на перетяжке, если на Б будет стягиваться, то Дуэй поставит. Фауст минусует. Где это было? В центре. Еще выходит Арула. Убивает Фауста в центр. Граната спалилась. Баджи в центр принимает. А здесь за углом Фортед. Ой. Где он? А Дуэй, ну, хотел убить, не получилось. 61 хп. Ой, пока. Ну, могут, нет, еще Дуэй там погиб. Баджи, вот Баджи, все в руках этого парня. Заходи в той. Вот, по крайней мере, с Б может притянуть. Спокойно, не дергаться, да, держать вот этого. Ай-яй-яй-яй, как все могло быть шикарно для эскалейтов, но, увы, не судьба, не смог поставить. Если бы поставил бы хедшотом, то со вторым там 7 хпшным справился бы точно. Не повезло, не повезло. 11-13 в пользу команды Escalate, у которых сейчас, кстати, эко-раунд. Уже почти сравняли Мистик. На Б подсадили, на гиблое место. В редких случаях отсюда ставят, там, двоим-троим. И на длине там засада тоже неплохая. Ну, давайте за Б сначала проследим. Ну что? Эй, смотреть наверх нужно. Один пошел, посмотрите, без размена. Вой, как наказали. Эпок получил с гиблого места. Ну, печально. Три в яме. Вот это тоже неплохая штука, кстати. Если повезет, то тут будет некий сюрприз. Смотрите, прыг, скок, оп. Ого, там пацанов, думает. Не, не пойду. Вот вам банка. Минус первый сейчас будет. Минус... Аккуратно двигается. Арула. Вот он разорвал всю яму. И выиграл раунд для своей команды. Если бы он бы получил и второй девайс отдали, то уже 5 на 3 плюс 2 девайса как бы там количеством давит. Все, а так есть план. Все, Фауст последний. Пытался засейвить АКМ, но не было брони. Естественно, получил... Да еще и по голове. 7-3, 13-12. Ну что, эскалейтов вот на самом-то деле, честно, вот я думаю, что это последняя возможность выиграть матч. Если сейчас отдают, то дальше идет эко. То есть сейчас раунд за 2, считайте, что идет. И... А 2 это уже 14-13 в пользу... команды Мистик. Хотя мы нет, подожди, они слишком много подряд проигрывали уже. По-моему, в следующем будут какая-то закупка с Фамосами. Упустил я этот момент. Так, Мистик, длина плюс пара, чепок в Т-шке. Да, дуя. А с чем дуя у нас? С АВП, хорошо. Вот сейчас должны полететь флешки такие. Хорошо, тут без флешек. Все, никто сюда не пойдет. Здесь АВП. Через дым пытались выйти. Все, отлично. Для эскалейтов спокойненько. Теперь им нужно разыгрывать. Ну а что нужно сделать, Мистик? Наверное, если честно, стоило бы уже дальше выйти. Там вот парень хелпующий АВП, он выкинул все гранаты. То есть он не может уже там ничем слепить. Вот просто нужно теперь самим раскидать флешки и выйти с парапета. И может получить. Тут развод пойдет. Сейчас Фортед просто умрет на дуе. И команда пойдет на Б. Ага, там еще и Фауст. Все. Тут ничего не... В этом раунде просто не получилось. Ничего у Мистик и Фоук с 5 хп сейчас решает, что делать. И эскалейты выиграли очень важный раунд в этом матче для них. Уже очень важный раунд. Уж очень-очень важный раунд. 14-й, кстати. Таргинг has been saved. Ну, девайс-то сохранил Фоукс. А вот будет ли у всей команды сейчас? Будет, будет. Есть калаши, есть два, ну, неплохой респаун на Б. Не самый лучший, но очень близкий. И решают по респу сыграть. Но вот эта вот олдскульная тактика, если будет сразу аркада, то это мясо. Такое тушат. Хотя нету, смотрите, ни одной гранаты не пролетело, а забегают. А где же гранаты? Что вообще с Б-план там? Подсадка в это время была на Б, точнее на центр с АВП, но вот подсадка убила, выбила план. По крайней мере в большинстве все хорошо для Escalate, несмотря на то, что Мистик на точке. Но как бы Мистик тоже не стоит расстраиваться, они вчетвером 100 хпшные в планте. Ой, в тупик, не залетело. Есть Арула. Вот Арула просто он шьет ворота. Да, нужно как бы уйти уже из тупика. Третья граната туда прилетела. 18 хп осталось. Никто не попадал. Одни хаешки. Туннель смотрит Эпок. Ну, давайте за Арулой посмотрим, за его приемом.
Ворот, вот она, флэш. Так тоже пойдет так кто-нибудь или нет? Двое с воротом еще. Два ВПС ворот. Вот оно что. Вот оно что, Михалыч. Нет, тут ничего не получится. Нужно менять АВП вот эти и... На обоих мог... Все, Арула снова вытащил раунд для своих парней. Молодчага этот парень. И борьба продолжается. 14-13 в пользу Escalade. А есть ли у них деньги? Нет, это эко. 14-14 сейчас может быть. Если Escalade не возьмут какой-нибудь бешеный эко. Трое тэшка. Два. Ого, вот так вот. По 3 плюс 2 у нас и там играют обе команды. Escalade сейчас выйдут в спину на длине. Идти, идти, идти. Нужно идти. Ну не стойте, никого нет. Ну что ты ждешь? Нету инфы. Ну а что делать? Эко, иди вперед. С респа не смотрит. Справа там уже. Даже если справа смотрит, то это не очень неудобно. Ну и пошли вперед. Баджи. Ой-ой-ой. Ну, Баджи, давай, родной. Б плюс С сейчас будет. Все, провтыкали свое счастье. Escalade. Извините за мой сленг, но слишком долго на длине. Ой, плейбэк, молодчага-то какой, двоим поставил, троим поставил. Зверь, зверь, 2 в 3 в меньшинстве, мистик сейчас, ставят плант. Баджи с ворот, ну куда так рано заходишь, еще, ну, слился, просто слился на ровном месте. Еще тэшка не дошла, он пошел и умер, ну. Был бы я сейчас бы тиммейтом, рядом бы сидел бы, просто сделал бы больно. 1 на 1, дуя 8 хп, тут, конечно, с первой пули только ставить, нет. Эхо, как было близко счастье-то в этом матче для Escalade. Ну а теперь все. Два последних раунда игры. И счет матча 14-14. У нас ничья. Три длина. Длины играют Escalade. Есть девайсы. Что будут делать? Вот они почувствовали, что длину можно ходить. Что не смотрят, не ждут выпадов. Что можно играть. Вот подсадка идет на пары сейчас. В это время у Мистика, вот, да, уже подсадили игрока. И вот только сейчас мы смотрим длину. Ну, выходи, ставь. Не поставил Баджи, остальные там побоялись. Вот Дуи вышел, молодчага. Вот активнее, активнее играть. Вот нашли место. Ну, играйте по своей схеме до конца. Все, Мистик сейчас в худшей ситуации, потому что они не знают, что делать. Есть минус от плейбека. И сейчас Фаукс в его руках. Судьба команды жмет в дым. Хорошо, минус один, доставай USP. Сняли, сняли плейбека. Вот это да. Вот и Фоук сыграл. 2 в 2. Дуэ с туннеля. Дефицент с ворот. Смоук, смоук, смоук. Пишет Эпок. Ну. Дефицент минусует. Все, Фоукс. Ну вот. Конечно, будет героем, если возьмет. Но. Все. Не возьмет. Ничья для Escalade есть. Но это еще не конец, потому что у Мистик был поставлен плант, и сейчас будет раунд на оружие. Последний. И я даже не знаю, на кого ставить. Уж очень непредсказуемы сейчас обе команды. Ну, Escalade вряд ли сейчас пойдут на длину. Там уже прохавали. Наверное, от парыча будут держать. Пошли на длину. Но давить не будут. Не должны давить. Да, не давят. Просто баджи одного поставили. Мистик все в туннель. Ну, они как бы тоже, вот, наверное, со своей стороны думали, что ну не буду давить длину, потому что как бы уже два раунда ходили, и мы уже знаем. Да, не давят. Длину не давят. Мистики все четко делают. Но, точнее, пока что для них все хорошо, но вот что они делают, я не понимаю. Трое в туннеле, там же скинутый плант, который, вот когда будут подбирать его, должен услышать, по идее, плейбэк. Вот сейчас Арула, минус дефицент на длине. Во, все. По-моему, у нас попахивает ничего. И выход на Б пошел. Там за Фоустом нужно следить. Пропрыгнула ХЛТВ. Я не понял, что произошло. Но это ГГ 15-15. Ничья в матче Мистик Escalade. И, ну, кого это ничья устраивает? Да Мистик это ничья и устраивает. Escalade сейчас набирают обороты, и, ну, хорошо, что встретились в такой еще, в такой форме Escalade и смогли сыграть ничью. Дальше, конечно, в Прибалтийской про-серии ничего не ясно, и кто там будет выходить в топ-4, я, ну, вот могу сказать за Сюнг и Фазматис, то, что они выйдут. Остальные